Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мне 19 лет, проводил время с молодым человеком в выходные, и сегодня утром, в понедельник, он от меня уехал в свой город на работу. Я поехала на работу в ближайший город от своего. Видимся мы с ним на выходных, в основном бывает, что на неделю выпадает день, но это не каждый раз. Так. В отношениях год мы находимся, и в последнее время очень болезненно переношу расставание, хоть и на время, вот как сегодня. Меня накрывает, я плачу, у меня болит голова, не выспалась. Что делать? Как переносить менее болезненно данные разлуки? Он должен приехать через 2 дня ко мне после работы, у меня просто сейчас особенные дни, я более чувствительна. Но он видел, как я со слезами его провожала. Так нужно еще держаться, через 1,5 года собираемся съехаться, так как он хочет проходить армию по контракту почти в своем городе. Смотрите. Во-первых, не совсем понятно, вот сколько вы времени в отношениях, ну вообще. То есть, как бы, ну, если вы в отношениях, значит, какое-то время уже, то есть, если там, ну, пусть будет, не знаю, пусть будет год, да, например, пусть будет 2 года, 3 года. Вот, сколько вы в отношениях там находитесь вообще? Вот, потому что если, например, вы в отношениях, допустим, 3 года, то, что вы описываете, вполне может быть кризисом. Вот этих самых 3 лет. Вот. Если это кризис 3 лет, тут как бы нужно опять же смотреть, как бы на это реагировать. Но я не думаю, что у вас кризис 3 лет. Я думаю, что вы подошли к некому такому маркеру, если угодно, то есть это вот какой-то маркер для вас. Совершенно очевидно, что это какой-то маркер, который выступает здесь, ну, триггером. Вот. Что это за триггер? Сказать сложно. Вот. То есть вполне возможно, что, ну, у вас здесь вот есть ну, какой-то страх. Вот. И вы боитесь, ну, к примеру, быть, там, допустим, ну, брошенной и так далее. Вот. Либо вы, ну, воспринимаете вот какой-то момент реальности, да, как угрозу. Вот. Вот такая вот история. Поэтому здесь нужно смотреть. Тут нужно разбираться. И,
ну, анализировать ваши отношения с молодым человеком. Вполне возможно, что у вас здесь играет роль привязанность. То есть, ну, развивается привязанность к человеку. Вот. И вы, как бы, ну, начинаете от него зависеть. Вот. То есть начинаете в нем нуждаться. Это может происходить в том числе из-за слабых личных границ. То есть вот между вами и человеком, да, слабые личные границы. Если личные границы между вами и человеком слабые, то вы вот будете, ну, действительно, вот, ну, испытывать такие вот негативные чувства. При этом обратите, пожалуйста, внимание. Значит, вот вы пишете. В последнее время я очень болезненно переношу расставание. Меня накрывает, я плачу. Вот. Так а что происходит-то? Как вы себя чувствуете? Что это за чувство, что это за ощущение, что это за мысли? Тут же может быть очень много всего. Тут может быть от потери компенсации каких-то ваших собственных проблем. То есть, ну, грубо говоря, там, допустим, ну, к примеру, вам, ну, плохо, например, да, вам плохо может быть, допустим, ну, со своими родителями, к примеру, да, вот, вам может быть плохо со своими родителями. Вместе, ну, ну вот вам, ну, с ними может быть вот как-то ну, ну, дискомфорт, например. Вот. И в этом случае, вот, ну, именно в этом случае. Если вам плохо, допустим, со своими родителями, и молодой человек является для вас, ну вот, какой-то такой возможностью, да, ну, скомпенсировать какую-то свою, допустим, проблематику, то когда он уходит, то есть когда он перестает быть рядом с вами, вы, значит, чувствуете в этом смысле. Вот как раз, что, ну, теряется что-то, что вам нужно, вот, ну, например, вот, там, допустим, вам, допустим, вот, нужна его там, поддержка, да, чтобы он был там рядом с вами и так далее. То есть вот это вот. До, к примеру, до сокрытия, до вытеснения ваших собственных, скажем, негативных чувств к нему. Вот. То есть вот можете себе, да, представить, какая история.
То есть вот такой разброс получается. Поэтому то, что вы не говорите, по сути, то, что вы не говорите о своих ощущениях, то, что вы не говорите о том, ну а с вами-то, как бы, что происходит, да, вот это на самом деле очень здесь критично. Лично я, конечно, делаю ставку именно на то, что вы привязываетесь к человеку. Лично я делаю ставку на то, что вы, значит, чувствуете привязанность к, значит, к мужчине, и вот, ну, начинаете в нем вот так вот сильно, достаточно сильно получается в нем нуждаться. То есть нуждаться в нем вот настолько сильно, да, что там, грубо говоря, не можете без, ну, не можете без него. Вот. Может быть. А дело, конечно, ну, не только в этом. А, может быть, дело есть, ну, как бы, в чем-то еще, в чем-то другом. Вот, я, честно говоря, не знаю. Вот, здесь, ну, как бы, гадать не хочется, поэтому вот я пока только высказываю некоторые предположения. Вот. Значит, что можно сделать прямо сейчас, да? Что можно сделать? Значит, ну, первое, что можно сделать, на мой взгляд, это, ну, как-то вот признать, свои чувства, то есть признать, что вам тяжело, признать, что вам как-то плохо, да? Вот. Значит, перестать, например, это скрывать. Так как вот, ну, как вы это делаете, допустим, сейчас, да? Вот, перестать это скрывать и начать это, к примеру, выражать, начать это как-то, к примеру, проговаривать, начать это как-то проживать самостоятельно, например, да, ну, то есть вот, ну, с помощью, допустим, опять того же психолога можно это, в принципе, делать, вот, можно это делать, значит, самостоятельно, вот, ну, в любом случае, в любом случае, варианты, вот они, какие-то варианты есть, всегда. Вот, то есть тут все зависит только вот от того, да, насколько вы сами вообще готовы, ну, как-то вот с этим работать, да, вот, и в общем и целом, зависит от того, насколько вы сами готовы, вот, ну, значит, ну, что-то менять, ну, в своей жизни, вот. То есть, если готовы, да, то вот тут просто подбирается, подходящий
подходящий для вас способ, да, подходящий для вас подход. Вот. И, в принципе, все, процесс психотерапии, он, ну, запускается. Вот. Я бы так это сказал. Значит, ну вот, с точки зрения именно какой-то практики. Вот. Можно, конечно, ну, оставить все как есть, да, можно вот, ничего не делать, вот. Но тогда, скорее всего, проблема не будет решена, вот, потому что, ну, за счет чего она решится, вот. А, значит, что еще? Что еще? Наверное, очень важно понимать, что молодой человек может совсем не одобрить, да, и совсем, ну, не быть в восторге от того, что вы так вот к нему, значит, ну, оказались привязаны. Вот. То есть это вот такой момент. И опять же, решать это вам исключительно. То есть вы, ну, вы сами решаете этот момент. А, вот, я думаю, что как-то так. То есть вы смотрите сами. Каком вам, ну, направлении, что ли, удобнее всего двигаться, да? Вот, вы смотрите сами, как вам хочется, ну, вообще, вот. И дальше, я думаю, уже можно будет какие-то варианты вам предложить. Ну, ну, в зависимости от того, да, вот, значит, чего вы хотите. Я не рекомендую вам только одного, это вот себя сдерживать, да, я не рекомендую вам только одного, это вот как-то пытаться это заглушить, да, я не рекомендую вам одного, только это пытаться отвлечься, вот это вот, пожалуй, вам я не рекомендую, потому что, ну, опять же, по моему опыту, да, ничего хорошего из этого не получается никогда. Вот. То есть, когда человек пытается как-то отвлечься, да, он, ну, вот, ничего хорошего из этого не выходит. Вот, лучше вы признаете, вот, ну, как-то сами, вот, что есть такая вот проблема, и уже вот с ней работать. Вот, и еще, посмотрите, пожалуйста, посмотрите, в каком направлении развивается ваше отношение с молодым человеком, то есть вот как они развиваются, вот в каком они ключе движутся, вот. То есть, значит, ну, если вы, к примеру, сближаетесь с мужчиной, да, если вы вот как-то, ну, становитесь ближе друг к другу, да, если вы как-то вот, ну, укрепляете ваши отношения, то посмотрите, пожалуйста, за счет, ну, за счет чего
ваши отношения укрепляются. Смотрите, пожалуйста, этот момент. Одно дело, если ваши отношения укрепляются за счет того, что вы взаимодействуете друг с другом как личности, и если вы, ну, как бы свои отношения, значит, развиваете вглубь, вот. То есть именно вглубь, если вы свои отношения выстраивать вглубь, да, то есть это вот опыт, это значит, совместный опыт, какие-то совместные переживания ваши, да, вот, это одно дело. И другое дело, если ваши отношения развиваются только по такому принципу, что вот, привычка, да, совместно, то есть совместно вы что-то делаете, вот, как-то вы просто вот что, ну, как-то взаимодействуете, друг с другом, да, и так далее. Вот. То есть это вот очень важный момент здесь, на мой взгляд. Вот. Поэтому вот, на это очень хотел бы, чтобы вы обратили свое внимание. Вот. И уже, значит, в зависимости от этого, как бы дальше, значит, выстраивали свою позицию в отношениях. Смотрите, если ваша позиция в отношениях недостаточно четко, вот, то есть если вот, ну, ваша позиция, она как бы больше идет, ну, за мужчиной, например, то это, конечно, проблема. Серьезно. Это очень серьезная проблема. Потому что получается, что вся ваша жизнь в таком случае подчиняется человеку и зависит от него. И получается, что своей жизнью вы не живете таким образом. И получается, что его жизнь мужчины, например, становится ваша жизнь. Вот. Понимаете? Ну, совершенно очевидно, что не очень это хорошо для вас. Вот. Согласна, я надеюсь. И вот это вот нужно в первую очередь корректировать. Это вот то, что вот, необходимо корректировать в первую очередь. Вот такой ответ я мог бы вам предложить с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот, с точки зрения моего собственного опыта, вот, профессионального, да, вот, я надеюсь, что вам это было как минимум полезно и интересно. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи, обращайтесь
за помощью. Вам эта помощь пригодится. За обратную связь по моему ответу буду благодарен. Это позволит вам начать работу над собой.